Ліга більше жіна, і п'єси наші. Ліга за такого, ліга, де все танцює. Ліга перкота, ліга поцілує. А я вже приїхав. Еще раз громко-громко поаплодируем. Действительно, сегодня у нас Лига смеха. У нас сегодня два импровизационных конкурса и одна визитка. Очень, да. Да, слушаю, молодой человек. Давай громче, давай громче. Хорош! Это ваша поддержка, да? Итак, сегодня, друзья, у нас очень много есть, что вам показать. Я надеюсь, что все будет очень смешно. Нам бы хотелось, чтобы вы очень сильно поддерживали ребят, потому что на самом деле это очень сложно, выходить на эту сцену и шутить, и делать то, что на самом деле никогда еще никто из них не делал. Ваши громкие аплодисменты ребятам. Так, итак, с нами сегодня играют театральный коллектив «Лицедеи». Ваши аплодисменты. Тренер, очаровательная наша ведущая Карина Смирницкая. Ваша аплодисменты, Карина. Тоже театральный коллектив, но для них тоже это впервые, именно Лига смеха. Коллектив «Азарт». И наш бессменный координатор всего, что происходит в лагере, Алена Зубач. Ваша аплодисменты, Алене. Единственная, в принципе, команда, которая вообще не имеет опыта выхода на сцену, но я думаю, что вы им поможете аплодисментами, это «Белочки». И они выходят под чутким руководством Игоря Васильевича. Под раз, два, три, четыре. Раз, два, наш любимый физрук. Так, друзья, все очень просто сегодня. Смотрите, я рассказываю, что мы делаем. Команды шутят, вы смеетесь, хлопаете, судьи встают. Я вот так вот разговариваю в микрофон. Все просто. Если все понятно, можно похлопать ребятам, а мы будем начинать. Кстати, сегодня опять же можно заработать фестики. Наши любимые фестивальки, потом опять же можно их потратить. Как заработать? Все очень просто. Сейчас придумайте, зайдите вопрос. Какой-то интересный, забавный. Если вопрос будет очень крутой, мы дадим вам 5 фестиков за каждый вопрос. На разминку, хорошо? Поехали. Все, команды готовы? Все, провожаем их аплодисментами, ребятки, мы будем начинать. У нас первый начинает команда «Лицедеи».